Эй, йоу, всем привет, меня зовут Павел Абастов, и это новое прохождение игры Tomb Raider. Пожалуйста, прямо сейчас поставь лайк, поддержи меня, а я не буду долго тянуть, и проходим дальше игру Tomb Raider. Сейчас наша задача спасти кого? Саманту, правильно, это подруга Лары, я так понимаю. В предыдущей части мы прошли всю горную деревню, нашли все документы, артефакты, тайники, все расхитили гробницы, иллюминации, гнезда разорили. В общем, мы сделали все. Если интересно, то на моем канале есть прохождение. Посмотришь. А сейчас мы будем спасать Саманту. Поэтому погнали! Ух ты, нифига тут высоко. Поджог, Веры. Так. Воу. Нифига. Е-е-е-е-е. Фух. Нифига. Не, я тебя сейчас с лука лучше завалю. Потому что какой-то борзый больно. Ну ты чё? Выглядывай. Минус. Там еще вроде третий был, да? Ну, ты где, девочка? Иди сюда. Ладно. Иди сюда. Все, что? Ладно, мы с ними разобрались, это уже хорошо. Сейчас нам надо... Так, стопы. Куда идти? Ну ладно, сейчас разберемся. Мы все-таки сделали в горной деревне. А четверочка это, да? Ладно. Хорошо. Давай потихоньку. Ты с чего там стреляешь в меня? Алло. Из чего он стреляет такого по мне? Мне интересно. Алло. А с чего он по мне палил-то? Во-во-во-во-во! Аккуратно. Жесть. Вот это напруженку сразу. Только серия началась, уже пальба такая. О-о-о, назад, 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 назад. Валим. Перезарядка. Хорошо, что я занял это пространство, потому что всегда надо занимать возвышенность, когда кто-то нападает на тебя. Иди сюда. Нифига он мансит. Воу. Я тоже тебя найду. Что лучше нам взять? Наверное, это все-таки оружие, да? Кто там остался? Ага, вот он. Минус. Ну, я так полагаю, все, да? Мы всех завалили, вроде бы. Воу, аккуратно. Так. Не, патронов у нас максимум. Давай-ка посмотрим, что там у них было запрятано. Потому что я много тут цепочков развалил. Так. Запчасти. Патроны. Хорошо, хорошо, живем. Тут что у тебя, пацанчик? Патроны, запчасти. Хорошо. Тут. Ох ты, новая модификация. Хорошо. Хорошо. Машина, просто машина. Так. Тихонько, аккуратно. Так. Куда нам дальше? Понятно. Хорошо, идем. В обход никак. Только напрямик. Воу. Воу-воу-воу-воу-воу.
Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Давай, давай, давай. Манчи, манчи, манчи. Давай. Нет, 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 нет. Капец, капец, капец. Аккуратно, аккуратно. Так, сюда, сюда. Главное не нервничать в таких ситуациях, потому что... Воу-воу-воу-воу-воу! Капец. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Так. О, ни хрена себе. Вот это 18+, шок-контент, конечно. Я надеюсь, меня дети не смотрят, потому что... Жесть. Бам. Хорошо. Как так-то? Алло. Вот что значит высокий уровень сложности. Я на максимальном уровне сложности играю, поэтому, ну, ты сразу понимаешь, что это не просто так все. Давай-ка вот это объедем. Бам. Объехали. Тихонько. Бам. Тихонько. Воу-в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 оу
Никогда не любил такие моменты в фильмах. И сейчас что-то мне не особо это нравится. Спокойно. 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 Да ладно, серьезно? Охренеть, охренеть, что делать, что делать, что делать, что делать? Ес! Нет, 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 нет! Нет, нет, запасной, 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 запасной! Shift! Охренеть! Это не все, что ли? Ё-моё! Тихонько, тихонько, тихонько. Аккуратно, 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 аккуратно! Капец! 18 плюс шок-контент. Это, наверное, выпуск с максимальным числом смертей. Это жесть просто. Это высокий уровень сложности, поэтому... Я порвался. Так, шип. Все, давай это самое главное нервничать. Аккуратненько, спокойненько, 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 спокойненько. Аккуратно, ты чё? Аккуратно! Спокойно, спокойно летим. Все вроде бы хорошо. Все хорошо, не нервничать, не нервничать! Все хорошо, все хорошо. Спокойно, 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 спокойно. Жесть. Кому ты кричишь, тут никого нет, необитаемый остров. Воу-воу-воу-воу-воу. Жесть. Вот это напружненько, конечно. Как она вообще жива после таких падений? Жесть. И что, у женщин болевой порог больше? Выше, чем у мужчин? Фиг знает. Да ладно, никто не увидел падения, да? И звуков не услышал, серьезно? Серьезно? Да ладно. Нифига себе. Так, нам надо найти аптечку. Иначе мы все умрем. Склон горы. Погнали. Так, трущобы. Трущобы. Так и назову выпуск. Трущобы. Хорошо, пусть будет назван так выпуск. Нифига тут тайников. Жесть. Какая огромная локация. Воу, опять. Тихонько, тихонько, ты чё? Спокойно, спокойно. Главное не нервничать. На борту должна быть аптечка. Серьезно, это старый вертолет же. Так, ку. Так. Стопы, особое место, карта обновлена. Так, хорошо. Вот этот новый навык нам позволяет видеть сквозь стены, я так понимаю. Это уже очень хорошо. Так, стопы. Давай-ка все искать, все обыскивать. Так. Беглеца поймали. В мастерской прятали. Теперь им занялся аномалией. А что, второй? Абсолютно ничего. Должны искать. Ладно, посмотрим у вертолета.
Я чуть не помню, сюда плыть что ли надо будет нам? По болоту? Серьезно? Запах. Конечно, запах. Тут они срут, наверное. Тут вон и дохлые эти и люди. Капец. Я не знаю, о чем вы. Не знаю. Так, кого-то там пытают, надо спасать. Я знаю, вы бежали вместе. Пожалуйста. Говори, говори мне! Нифига там напруженько. Воу-воу-воу-воу-воу! Хоррор самый настоящий, блин. Сомали вышел из себя. Опять. Старика не нашли? Тихонько. Нет. Он крепкий сукин сын, но далеко не уйдет. А что с остальными? Мы заперли их в пещерах. Так. Я не понимаю, почему отец Матиас оставил их в живых? Пещера, хорошо. И заключен. Так, секунду. Они пытались ее спасти. Мать. Воу-воу-воу-воу-воу! Нет, 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 валим, 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 валим. Жесть. Капец. Это вообще как их валить-то? Ну-ка. Давай сейчас вас я потихоньку развалю. Ну-ка, кто следующий? Ну и? Все? Девочки? Ладно, пока все идет по плану. Конечно, мы ранены, но так все норм. Воу-воу-воу. Привет. Тебе все хорошо? Что, он бессмертный, что ли? Не пойму. О, получено достижение. Соколиный глаз. Круто. Шикарно. Так, карта еще обновлена. Так, ну мы нормально тут, кстати, находим всего. Но это мы, я думаю, обыщем попозже. Сначала нам надо аптечку найти. Это самое главное. Потому что без аптечки ничего не будет. Так. Ну и попутно будем запчасти собирать. Потому что это важно. Ага. Больно. Ага. Я понял. Короче, ей нужна аптечка. Она не может ни лазить, ни прыгать, ничего. Нифига тут. Капец. Так, 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 так. Надеюсь, она не упадет. Капец. Аккуратно, 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 давай. Оу. Капец. Валим всех, всех валим, просто всех. Нет, не надо. В смысле не надо? Ты меня стреляешь, не надо, ага. Лесом идешь. Так. Надо все сейчас обыскивать, обсматривать, потому что иначе просто не выживем. Так. Хорошо. Хорошо. Я что-то не понял. Мы пробрались. Я что-то не понял. А, я понял. Вот теперь я понял. Так. Отлично. Кундропь на всякий случай. Так, хорошо, аптечку ищем.
Так, что делать? Изолента, может? Замотаешь все скотчем и нормально. На первое время хватит. Прости. Давай, давай, не брезгай. Тебе выжить надо. Серьезно. Зажигалка. Хорошо. Ну что ж, давай, чё. Будет больно, но терпи. Надо было кляп взять. Ты чё, это же капец больно. Зато выживешь. Сознание, главное, не теряй. Все хорошо. Ты жива. О, нифига. Огненные стрелы, теперь мы можем пулять. Круто. Рот, ты меня слышишь? Рот! Лара, как ты? В порядке. Судя по голосу, нет. Я в порядке, Рот. Где ты, девочка? Среди каких-то развалюх возле укрепленного дворца. Я все еще спускаюсь. Как ты так быстро добралась? Долго рассказывать. Отсюда я вижу город. Ты возле тех больших ворот? Подхожу к ним. Это девчонка! Проклятие! Вот там! Гляньте! Нифига там их. Ну все, чё? Раз. Два. Три, четыре. Все, минус. Что, девочки, да? Воу, валим. Воу-воу-воу-воу-воу! Аккуратно. Главное не нервничать, он не прострелит решетку. На! Валим! Валим! Засранец, на! С фланга он стреляет, блин. Так, 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 ну нападай. Не, ну... Так, этих подстрелили, хорошо. Этого тоже подстрелили. Кто следующий? Воу-воу-воу-воу-воу. Так. 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 Иди сюда. Цыпа-цыпа-цыпа. Капец их там. Дофига. Минус. Минус. Валим, 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 нет, 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 нет. Нифига ты. Давай. Кто там меня стреляет, алло? Я не понял откуда, вот честно не понял вообще. Короче. Нафиг эти огненные стрелы. Я возьму свою любимую берданочку. И сейчас все будет. Вот так вот. Потихонечку, потихонечку. Всех развалим. Воу, ты че такой дерзкий, алло? Перезарядка.
Кто следующий? Бах. Так. Перезарядка. Кто следующий? Так. Воу-воу-воу-воу. Ты откуда взялся, баба? Перезарядка. Блин, 4 патрона. Мало. Так, лук. Так. Воу-воу-воу-воу. Шиф. Мансим как можем. Ах ты. На. Давай, напружника. Блин, серьезно. Не, ну их слишком много. Их человек 20 может на меня прет, а я один всего. Не, ну я не знаю, тут очень сложно на самом деле будет их завалить. Потому что с одного лука тут, конечно, тяжело будет. Еще управление не особо хорошее тут. Ну, то есть тяжело наводиться. Ну, сейчас попробуем. Давай, кто следующий? Цыпа. Сейчас потихонечку я их всех завалю. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Мансим. Блин. Серьезно. Не, ну это на самом деле очень тяжело. Сейчас попробую. Как получится, посмотрим. Да, такое себе, конечно, удовольствие это. Сложно, очень сложно. Реально. Кто в меня там стреляет? Алло, слышь, братиш? Капец. Вот что значит высокий уровень сложности. Очень тяжело, вот реально тяжело. Давай потихонечку сейчас все перестреляем всех. Кто там следующий? Давай. Напружника такая дикая. Воу-воу-воу-воу! Кто? Здесь никого нет. Шиф, Мансим. Да блин, серьезно. Очень сложно, вот реально очень-очень сложно. Ладно, это минус. Давай какую-то штуку возьмем. Минус. Нифига ты. Спокойно. Нифига. Аккуратно. Блин. Как это пройти, интересно? Очень сложно, вот реально. Так, давай-ка убежим подальше. И будем их прям атаковать, потому что иначе... Давай дробаш вообще возьмем, значит. Валим. Проще на самом деле убежать. Потому что такое, проще убежать будет на самом-то деле.
их по одному вот так валить, выцеплять. Да? Так. Нифига. Не-не-не-не, тихо. Нет, валим. Капец. Вот реально прыжок. Не, вообще, что я предлагаю? Сейчас мы этих типов выцепляем вот так вот, бах, и бабах. Все. Дальше я предлагаю взять нашу вот эту штучку. Валим. Потихоньку валим. Валим. Дробаш. Валим. Потом найдем. Просто нам надо убежать. Все. Просто валим и все нафиг. Отсюда. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау! Жертву захотел. Бам! Жертву меня захотел. Утырок мелкий. Я сейчас тебя... Бах, нафиг. Жертву он меня захотел. Лесом ты пойдешь и твоей жертвой. Так, что там по дроби? Перезарядим. Бам. Капец их тут. Дофига. Просто подпулили тебя, засранцы. Давай, кто следующий? Ты? Ты у нас следующий, да? Да? Я напоминаю, что это высокий уровень сложности. Высокий, мать его, уровень сложности. Еще одна жертва. Боже, зачем так, они это делают? Я точнее. Так, запчасти. Так, ну все или нет, интересно? Что нам надо? Доберите до ворот под мостом. Все или нет, интересно? Я думаю, все, да? Капец, тут сколько я тут их завалил. Хе-хе, да считать не хочу. Кто этот из моих подписчиков? Посчитайте, сколько я тут людей в общей сложности убил. И напишите в комментарии. Потому что это жесть. Стоп, это какая-то гробница, да, я так понимаю? Да. Тут гробница. Давай в гробницу залезем. Посмотрим, что в ней. Что это было, стопы? Тайник, хорошо. Тут напруженька, да? Это самая напряженная серия из всех. То есть, если ты не можешь вообще сразиться с ними, то беги. Беги по одному их выцепляй. Это единственный как бы вариант выжить, потому что сложность максимальная. Воу. Нифига там. Так, детали, это хорошо. Что еще такого есть? Запчасти. Замечательно. Так. Так, тут что? Прыгать можно или нет? Так. Тихонько. Главное не нервничать. Это самое главное. Так, тут можем залезть, если что. Да? Стоп, что это было? Стоп, что-то там было. Мало ли, может, там какая-нибудь запчасть для винтовки. Откуда я знаю? Лучше проверить лишний раз, я думаю. Да? Стоп. Секунду. Давай посмотрим. У меня сейчас зажигательные стрелы. Поэтому я смогу вот это все поджигать спокойненько и собирать.
Это же вообще здорово просто. Запчасти, видишь, не зря. Так. Что тут у нас нового интересного? Да ладно, нифига себе. Тайная гробница, колодец слез. Хорошо. Я так и назову серию «Трущобы» и «Тайная гробница, колодец слез». Ну, как-то так назову, в общем. Так, так. Статуя императрицы Солнца. Это было священное место. Так. Так. Чтоб прицелиться. А куда мы можем прицелиться? Если только куда-нибудь туда, да? Да? Или нет? Секунду. Так. Я понял, хорошо. Так. Так, давай в лагере посмотрим, что у нас вообще есть. Так, автомат. Модификация оружия. Старый автомат в автомат. Так, хорошо. Продолжить. Так, давай навык посмотрим. Что у нас по навыкам? Так. Так. Это что такое? Уровень 3 мастера требуется какой-то. Навыков до уровня 3 мастера. 3. А, ну ясно, еще 3 навыка получим и будет. Хорошо. Так, охотник. Так. Тяжеловес. Больше боеприпасов. Ну давай, посмотрим, почему нет. Хорошо. Боеприпасы я люблю. Хорошо. Так, мы новый костюм не меняли, поэтому давай Ларе новый костюм наденем. Вот такой вот, партизанку наденем ей. Так, надели. Замечательно. Так, и давай-ка сделаем вот это вот. Что мы можем сделать? Мы можем кожух ствола. Так, повысить точность и урон от выстрелов. Вообще замечательно. Давай делаем. Так, сделали. Что еще мы можем? Теперь мы все? Секунду. Да, мы все модификации сделали тут. Тут все. Все. И остался дробовик. Хорошо, давай дробовик качать. Так, чок. Так. Дальность поражения, либо... Скорострельность, либо... Угу, уменьшить отдачу. Нет. Давай чок прокачаем. Это важнее. Все, эскейп. Escape. Хорошо. А что будет дальше, ты узнаешь в следующей серии, поэтому прямо сейчас поддержи меня своим царским и королевским лайком и увидишь новую серию совсем скоро. Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши внизу комментарий. Ну и все, в принципе, с тобой был я, Павел Абасов. Еще увидимся и пока-пока.